Букреев. И Абдукаф Умаров, Узбекистан, город Шизанов. Алло, ты где? А что ты делал? Жак, ты доделал? Все? Ну так ты ж поставил, друг, а что ты свалил? И не дозвонишься тебе там. Слышишь, по три часа там трещишь. Ну давай, 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 давай. Острый. 5-1. По печи. По печи, давай. А ты видел такой короткий на книге? Так это наш твоим. Еще раз подожди, подожди, подпетляй. Вот душа. Видишь, бедный на ногах и все. Да. Ничего не сливает. Да нет, мы в городе сейчас. Сюда. Ты же там будешь петлять, а же не заслышишь. Так а судьи имеют смысл разжимать тому, кто в пол. Они же того не видят. Ну да, ты же там будешь посвистить. Ну ты же на тот не будешь. Ну все, давай, созвонимся. Да, Антон. А что, не расписывается? А, ну давай, 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 я скажу. И распишись. Давай. Ну вот как раз спроси у него. Да. Не-не-не, давай это оставь. А, все. Здравствуйте.
Кто здесь? Да? Кто здесь? Будем же мы сюда писать. Никто не знает. Кто тебе звонит? Держима за Романова. Более большой? А? Волновать. Тренер? Как там? Ваша судьба. Ну, кажется, мальчик. Ну, поступают же, пацаны. Я говорю, того встречи общался. Что-то делать, ну, как он атаковал классно. 10:24.